Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья. В наше время, особенно в наше время, не только неверующие, но и верующие, то есть те из нас, кто серьезно задумываются над вопросами веры, часто высказывают следующее сомнение. Если бы Бог существовал, разве допустил бы Он такое господство зла в мире на протяжении тысячелетий? Это сомнение не новое. Оно высказывается из столетия в столетие, из поколения в поколение. И отмахнуться от него нельзя. Потому что повседневный опыт – как будто подтверждает его законность. Действительно, зло слишком часто торжествует в мире и своим успехом как бы оправдывает себя. Если бы Бог существовал, Он этого бы не допустил, часто говорит человек в отчаянии. Что же на это ответить? В споре между верой и неверием Богу, спор, который ведется извечно, а не только в наши дни и не только между людьми, но и в каждой человеческой душе, самый трудный вопрос для веры – это вопрос, откуда и почему столько зла в мире? Как часто приходится слышать, чуть ли не в упрек, если бы ваш Бог существовал, разве Он допустил бы все это? Допустил бы это переполняющее мир страдания, личные, коллективные, эти несчастья, болезни, ужас разлуки и смерти, бесконечное торжество несправедливости, ненависти, насилия. Разве Он допустил бы все это? Не зря в романе «Братья Карамазовы» Федора Михайловича Достоевского Достоевский сводит все это к единственному вопросу о слезинке замученного ребенка. Помните, Иван Карамазов утверждает, что такого допустить нельзя. А если Бог допускает и малейшее зло в целях какой-то непонятной будущей гармонии, то Он почтительнейше возвращает ему билет. Неверию, и в этом преимущество неверия, легче ответить на этот мучительный вопрос. Ведь оно не претендует на веру в доброго, любящего, всеблагого Бога, и потому не обращается к Нему с вопросом, как же допускает Он нескончаемое мучение сотворенного им человека, да еще сотворенного по своему образу и подобию. Неверие говорит примерно так. Попробуем это зло и это мучение ослабить, уменьшить. Сделаем, что можем. Но дальше? Дальше это неверие не идет дальше этого. Потому что зло в мире так же естественно, как плохая погода, наводнение, эпидемия. И посмотрите, что получается. Защита от дождя – зонтик. От наводнения – заградительное сооружение. От эпидемии – профилактика, прививки и медикаменты. Тут нет вопроса о происхождении зла и ответственности за него, а только о той или иной форме борьбы с ним. И потому неверие в этом споре имеет преимущество перед верой. Больше того,
Вера очень часто кажется неверию неким малодушным бегством от зла и настоящей борьбы с ним. И действительно, вера выглядит подчас, с одной стороны, как своего рода нравственный эгоизм и как фатализм с другой. Вот гибнут в катастрофе десятки людей. Вот на экране телевизора показывают нам детей, умирающих от голода. И от этого кошмара, массовой гибели, от ужасов этих детских, ужасов в этих детских глазах, от невыносимости всех человеческих страданий, многие верующие спасаются благочестивыми отговорками. Что ж, видно, так угодно Богу, на все воля Божья, с Богом не поспоришь. А что в сущности они значат, эти слова? Что Богу угодно, чтобы в страшных мучениях умирали ни в чем не повинные дети? Чтобы корчилось от боли созданное для жизни молодое тело? Чтобы веками, тысячелетиями плакали о безысходном горе матери? И каким лицемерием, дерзну сказать даже, какой ложью, каким эгоизмом эти слова, звучат эти слова, которыми мы по привычке утешаем страдающих. До тех пор, пока это страдание, не дай Бог, не ударило по нам, пока не явилось над нами страшное облако болезни, мучений или смерти. И, наверное, здесь нужно сказать слово «нет». Нет, не может вера отмахнуться от самого трудного, самого мучительного из всех человеческих вопросов. Откуда зло? Почему постоянно торжествует оно в мире? Но чтобы ответить на него, нужно постараться прежде понять, что в подходе к злу религия религии и вера вере рознь. Ведь всегда существовали религии, основной, часто неосознанной целью которых как раз и была помощь человеку в его примирении с мировым злом и страданиями, в ослаблении их воздействия на сознание. Равно как и современная медицина помогает болеть и умирать, не страдая. Вот так и эти природные религии, можно так сказать, помогали переносить зло и по возможности даже не замечать его. И именно это, общая для всякой природной религии черта, находит свое выражение в утешительных словах вроде «на все воля Божья». Современный, верующий в Бога человек, пожалуй, удивится. Удивиться при напоминании, что христианство, Евангелие и сам Христос восстают против такой анестезирующей, против такой фаталической религии, и именно в ней видят страшное извращение истины веры. Если Платон, например, в некоторых своих диалогах пытается доказать, что смерть – это освобождение души от темницы тела, а истинная мудрость в том, чтобы желать смерти, то христианство, словами апостола Павла в его первом послании к Коринфянам, в 15 главе 26 стих, называет смерть последним врагом.
Сам Христос, пришедший ко гробу своего друга Лазаря, плачет, видя торжество смерти в мире. И во время земного своего служения он, Бога-человек, ни разу не ссылается на волю Божью и видя смерть, страдание и зло. Христос воскрешает сына вдовы, умножает хлебы для голодных, исцеляет больных. Это не религия примирения со злом и страданием. Это не фатализм, не утешение пустыми словами. Все. Евангелие говорит о противостоянии злу лицом к лицу. Но оно же учит нас подходить к злу не с доводами разума и достижениями науки, а как к явлению иррациональному, чье происхождение неведомо человеку. В самом деле, Бог, по слову Священного Писания, не сотворил смерть. Но вот она торжествует в мире. Бог есть любовь. Но вот в мире царит ненависть. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но вот мир исполнен мрака. Поэтому среди основных вопросов, волновавших христианских мыслителей, всегда был вопрос о так называемой теодицее. Теодицея в переводе с греческого означает буквально «богооправдание». Это термин, который был введен в 1710 году немецким философом Лейбницем и ставший затем общим обозначением всех философско-богословских попыток увязать наличие зла в мире с учением о всеблагом Боге. Но об этом, о том, как объяснить это парадоксальное и иррациональное торжество зла в мире, мы порассуждаем в следующий раз.